В Лондоне открылась крупнейшая выставка старинных украшений из белого бриллианта. Именно так называют натуральный жемчуг. На ней представлено более 200 редких драгоценностей, многие из которых носили европейские короли, известные актрисы и другие знаменитости. Самые ценные ювелирные изделия на выставке – это колье Мэрилин Монро, браслет Элизабет Тейлор, а также драгоценности представителей монаршей семьи Британии – Елизаветы II и супруги принца Уильяма – герцогини Кейт. В экспозиции представлены ювелирные изделия более ранних эпох – Римской империи, Средневековья и Ренессанса. Посетители также могут ознакомиться с историей добычи натурального жемчуга в мире и уникальной коллекции раковин морских моллюсков, внутри которых и растет жемчуг.